Друзья мои, я вас всех категорически приветствую, и мы с вами продолжаем играть в Roblox различные интересные режимы. Вот подписчики меня просили посмотреть режим, называется просто Towers, то есть башня. Мой любимый режим Tower Defense. Давайте вместе зайдем в него и заценим, глянем. Так, смотрите, можно выбрать, так, туториалс мы не будем брать, наверное, да, сразу же пойдем в битву. Так, что такое наверх? А, наверх это выйти. Все понятно. Go. Какие-то звездочки есть и так далее. Ага, все равно, видимо, будет обучение. Туториал. Нас приветствует надпись. Добро пожаловать. Эта игра находится в бете. Она еще не идеальна. Понятно. Короче, что-нибудь тут будет тоже с косячками с какими-нибудь. Ну ладно. Так, это у нас основная менюшка, да? Кэш и мана. Здесь твоя... Твой кэш золото, а здесь твоя какая-то мана. О, здесь какие-то заклинания, что ли, еще есть? Так, понятно. Ставь свои башенки. Здесь, значит, сбоку башни ставим их. А это дорожка, да? Все понятно. Все понятно. Нажимаем play. Это чтобы запустить, наверное, мобов. Ага, покупай апгрейды. Или... А, ставь это в инвентаре. То, что будет. Где он где-то? А, здесь шоп. Ладно, сейчас там разберемся. И все, что ли? Это все обучение. Так, что такое? У нас здесь есть какой-то полежка и стрелка. Видимо, значит, пойдут вот здесь наши мобы. В нашу... Это что такое? деревушка какая-то. Это, видимо, мой дом. Ну, точнее, наш дом. Да-да-да. Друзья, это наш дом. Они хотят к нам залезть. Так, это наш кэш и наша мана. Окей, давайте попробуем поставим первую башню. Куда ее поставим? Как можно больше, чтобы она закрывала, как обычно. Поставим вот сюда. О, смотрите, нифига себе, прикольно. Там наверху какая-то это. Короче, машина для метания копий. Наверное, так мы ее назовем, да? Так, ну что, нажимаем go. А, у нас вылазят тут квадраты. Получается, не мобы идут, а квадраты, да? Красный квадрат. Красный квадрат, и мы, короче, валим его с одного выстрела. Причем у нас еще есть шкала времени перезарядки. То есть тогда, когда перезаряжается... Наша эта машинка. Хм, прикольно. Так, у меня 700 уже. Так, левел кэнон. А, смотрите, мы подняли, короче, уровень. Вот здесь у нас есть уровень. И нам появился... Да, стала доступна вторая башенка. Кэнон. О, у него радиус обзора большой. Давайте куда поставим? А, давайте куда-нибудь в краешку, наверное, да? Куда пускай? Ого, здоровая. Ну-ка, как она стреляет? Бум. Она, наверное, сплэш уроном фигачит, да? О, смотрите, это что такое? А у этого? Точно, это есть апгрейды, наверное, наши, да? Тоже есть перезарядка. Давайте попробуем апгрейдим до лонгшота. Наверное, увеличивается, я так подразумеваю, что увеличится радиус обзора. Лонгшот за 60 покупаем. Да, точно, действительно. О, нифига себе, она еще и выросла. Точно, она еще и выросла. И вырос радиус обзора значительно. Так, здесь за 40 и 30, это, видимо, за ману, да? Давайте купим, ну-ка глянем, как она изменится, наша башня. Бенчик, прикольно. Я думал, там уже кто-то сел, это просто забежал. Короче, мы апгрейдили наши две башни уже. Так, у нас постепенно копится, нету уровень. Да, постепенно копится уровень. Так, это, видите, прикольно, можно нажать на паузу, да, например, кто-то вылазит. Либо, например, когда у вас какие-то проблемы, к вашему домику подбегает, можно нажать на паузу, всегда обдумать. А, он на паузу полностью не ставится. 0.2. Так, и можно перемотать, да? Точно, смотрите, можно ускориться, чтобы быстро было вообще, чтобы не ждать. А то я в Tower Battles и постоянно перематываю потом. Так, тихо, что-то вы разошлись, ребята. Так, 180, а когда нам уровень будет? Я хочу посмотреть, какие-нибудь еще новые башни нам откроются, нет? Вот они как стреляют. Так, стоп, пауза. Вот про что я и говорил. И быстро успею воткнуть. Ну, стреляй по-красному. Ай, все, прошел. Так, где у нас жизни? Вот. А, 99 жизни. Нормуй. Я думал, сейчас один пройдет и нам хана. Все понятно, мы, короче, пропустили два кубика. И, между прочим, подняли еще один уровень. Да? Да, подняли уровень, но, к сожалению, пока ничего нам не открылось. Так, и что-то уже больно становится нам. А, вот, я хотел, знаете, еще поставить. Вот эта штука есть. Это что такое? Ага. А, это типа заклинание, что ли? Ну-ка. Вау, обалдешки. Короче, здесь есть, помимо башен, еще и заклинание. Это что-то типа как в Tower Battles, когда у нас был командир.
и командир мог вызывать какую-то подмогу. То же самое здесь есть типа заклинаний. И заклинания, видимо, надо будет либо покупать, либо они с уровнем тоже будут открываться. Они стоят у нас ману. А как нам мана, интересно, дается? За что? Наверное, после каждой волны. Потому что деньги, я вижу, идут за убийство наших блоков. Да, вот прошла волна и дали маленько маны. Окей, ладно, запускаем следующую волну. У меня 89 жизней уже, когда не успели. То есть уже получается 11 кубов пробежало в мой дом, в мою пещеру. Так, ну-ка стоять. Еще один пробежал. Что-то уже чашка начинается. Они уже какие-то там здоровые. Очень маленькая перезарядка. Давайте мы... А, апгрейдить же можно. Я же забыл, можно же их апгрейдить. И на крайний случай я буду бить еще на нашей молнии. Или что это такое, не знаю. Да, наверное, молния. На Z. Стоит 10. Кстати, можно сразу же Z нажать, чтобы не наводить. Тоже удобно. Так, ладно, давайте ускорим маленько. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, пауза. Так. Наведем Z. И бенч бомбанем. Все, прикольно. Да, вот такие моменты, кстати, прикольно. Не хватает такой же фишки, плюшки. Именно в Tower Battles, чтобы можно было поставить на паузу. Потому что бывает, твой доходит. Быстро идет. Например, тебе нужно сзади убрать всякие там рельсу. Пушки надо убрать и поставить в другое место. Так бы на паузу нажал, быстро бы все там базу свою перековеркал, переделал бы. А потом хоп, опять play нажал. Было бы удобно, да? Да, было бы весьма круто. Ставь лайкос, если хочешь, чтобы кое же подобное вели в Tower Battles. Я бы был бы рад вообще. Так, ладно. Что мы можем еще взять? Давайте я сейчас уровень докоплю. Ай, сейчас опять дойдет. Тихо, пауза. Z. Стреляем, а тот туда стрельнул. Все понятно. Так, аккуратно. Все, еще один уровень нам дали. И снайп. Снайперская какая-то башня, что ли? Так, тихо, пауза. Пауза. А что у нее такой маленький радиус обзора? Или это куда поставить можно? А, вон у нее радиус обзора, да? Смотрите, какой здоровый. Только что-то плохо видно. Но мне кажется, она будет стрелять на всю карту. Давайте поставим ее вот сюда. Будет стрелять она? О, она так редко стреляет. Смотрите, как у нее медленно закапливается у снайперской башни этот. Временная шкала перезарядки. Вон она ползет медленно. Половина только накопилась. А, это 0.2 пока скорость. Но все равно медленно. Очень медленно. Так, у нас 8-я волна из 17. Так, давайте-ка я, знаете что, я поставлю лучше обычных вот этих башенок. Вот эту башенку сюда поставлю. И вот здесь, наверное, башню тоже еще вот эту обычную поставлю. Так, влезет, он сюда влезет. Да хотя бы вот сюда уже, давай. Давай, катапульта. Смотрите, вот это вот первого уровня, вот это второго. Чуть-чуть она повыше, да? Ну, немножко. А, и появились вот еще внизу. Вход. Вход появился, да? Небольшой вход. Так, ну что, мы пока справляемся. 78, ну что-то тяжко уже. Так, снайперка есть у нас, окей. Так, я хотел апгрейдить попробовать ее. Давайте попробуем апгрейдим снайперку за 200. О, и еще. О, какая она здоровая. Смотрите, как здоровая стала. Но она здесь быстрее стрелять стала, нет? Не знаю, быстрее нет. Ее продать можно за 700, но она уже получает у нас на максимум апгрейджена, да? Ладно, окей. Так, нажимаем go. 78. Да, пока вроде мы ничего не потеряли больше. Сверх того, что у нас есть. Так, у нас уровень 4, идет экспа, 520 из 620, еще 100 надо накопить. Так, давайте ускоримся. Если будет проблема, я сразу же нажму на паузу, если они сейчас будут проползать. Так. О, всех расстреляли, наша супербашня всех расстреляла. Так, нажимаем опять гол на четверку. Так. О, это хорошо, нам открылась новая башня какая-то, Blast. Бластер Блоб какой-то, Блоу. Так, понятно, радиус у нее очень маленький. Видимо, она, наверное, стреляет этим сплэш-уроном каким-то. Куда ее поставить? Может, в самом начале? Не знаю. Давайте с этой стороны поставим, в самом начале. Да, она стреляет, короче, типа этим. Вокруг себя взрывается сплэш-уроном. И можно ее апгрейдить, да? Faster attack, то есть будет стрелять быстрее. Либо больше будет радиус. Давайте, наверное, сначала возьмем больше радиус, во, апгрейдили. И на 125 чуть-чуть не хватает Faster Attack, чтобы она стреляла быстрее.
Ну, чуть-чуть осталось. Так, у нас там все нормально, не пробегает вроде. Так, и еще раз. Вау, какая башня стала. Она еще и парит в воздухе, смотрите, на каких-то этих грави-подушках сумасшедших. Ну-ка, поехали. Но два раза она не успевает по нему все равно стрельнуть. Она стреляет по одному разу. И, видимо, смотрите, красный цвет, это значит, остался одна жизнь, как бы, один выстрел. Зеленый, синий, то есть идет красный, потом синий, потом зеленый. Если зеленый, значит, три требуются атаки по блоку. Наверное, как я так понял. Для того, чтобы ориентироваться. Жизни у них нету здесь, у них есть цвета. То есть, чем какой-то другой цвет, тем больше, получается, требуется выстрелов нанести по блоку для того, чтобы его убить. Но тоже своеобразное решение. Так, а что мы можем поставить? А ничего мы не можем поставить, у нас ничего нет. У нас 12-я волна уже, мамочки. Ну-ка, спид увеличим и подождем, пока не... Так, сейчас подфармим и что-нибудь еще поставим. Может, снайперскую башню еще одну поставить, а? Так, нажимаем Go. Мне хватает, да, мне хватает на снайперскую башню. Давайте мы ее поставим с этой стороны. Так, апгрейдить могу, апгрейдить не могу. Жизни... Ой, денег нет. Денежек нет. Смотрите, первого уровня. И апгрейженная уже. О, мне уровень дали. Вот это апгрейженная, а вот это не апгрейженная. Короче, папка и сынок. Так, это надо вытекать аккуратно. Что-то они там шустро полетели. Так, гол. Пролетайте, пролетайте. Блин, прикольно, нравится мне эта штука, которая метает копья. Вон, еще меня подкидывает, что ли? Казалось, что она меня подкидывает. Да, смотрите. Дергается. О, еще и блоки меня подкидывают, что ли? Сдвигают. Ну-ка, стану сейчас. О, я буду их сдерживать. Давайте я буду их сдерживать. А, не вылазит оттуда. Они просто выстреливают, как из пушки. Так, тихо-тихо, на паузу уже нажмем. Так, у меня сколько? О, уже 700. 700, отлично. Ладно, нажмем Go. И знаете, что я хотел апгрейдить? Я хотел апгрейдить эту здоровую пушку. Пиромантик. Может будет поджигать она? Пиромантик за 250. Опа. О, уровень нам дали. И открылось еще что-то у нас. Какая-то бочка открылась. Так, бочка, бочка, кольточка. Куда ее поставить? Поставим ее вот сюда. Ну-ка. Как стреляешь-то ты? Ого, у нее 3 апгрейда. Обалдешки. Так, а это мы на максимум апгрейдили? Да, вот эту пушку мы на максимум апгрейдили. Она, наверное, мне кажется, с флеш-уроном, да, стреляет? Жалко, не показано, сколько у них атака, поскольку они сносят. И какой у них радиус взрыва. Я люблю в играх, когда все точно видно, как, что, сколько наносит и так далее. Тут пока не видно. Так, денег. Денег есть маленечко. Возьмем и апнем за 250. Опа, у нее и сзади еще какие-то штуки появились. 2 баллона. Ха. Прикольно. Ну-ка ускоримся. И деньги сразу потекли. Так, самое главное, чтобы никому не дать пробежать до нашей базы. Надо защищаться от этих кубов. Так. Полегче, ребята. Ребята, полегче. Так, я хочу апгрейдить, попробовать еще раз. Блин, так дорого, за 500 вот это хочу. Супер глуз какой-то. Дорого 500, конечно. За 500 можно 3 башни таких поставить. А, ну у меня уже осталась предпоследняя волна. Да? Поэтому я должен накопить 500 и хотя бы ее апнуть, посмотреть. Так. Все, 500 есть. Ну что, давайте апаем. Бом, нифига себе, она здоровая. Что-то сверху еще появилось. Какая-то приблуда сверху появилась. А, и еще сбоку появились 2 баллона. Уху. Ну что, она как стреляет-то? Такой радиус обзора у нее маленький, обалдеть. Надо было ее в начале ставить. И что-то еще появилось за 500. Айси Блоб. А, это, видимо, будет она замораживать, останавливать врагов, мне кажется. О, тихо стрелять начала. Какие-то уже металлические кубы идут, смотрите. С броней, наверное. Или их там двое сидит. Из одного сразу 2 вылазит. Или 3 даже, обалдеть. Так, сколько?
есть. Так, я прошел, да? Получается, мы прошли 17 волн всем. Очень там прикольно. Можно, кстати, продолжить играть. Ладно. Вернемся в битву. Я хотел посмотреть, что тут у нас есть еще. Инвентарь. Инвентарь — это за робокс, это неинтересно. Понятно. Так, здесь у нас что? Рейлисун. Короче, скоро что-то там выйдет, наверное. Или это какие-то разработчики, не знаю. Так, мне дали вот это 21 какую-то звездочку. Ну, что их интересно тратить, пока не знаю. Так, о, есть еще какая-то здоровая карта. И все, больше нет. Остальное все закрыто, да? Получается, остальное все закрыто. Пока больше ничего нет. Интересно, знаете что? Нужно подкопить там будет уровень и попробовать открыть другие башни, другие заклинания. Но это я уже буду делать, конечно же, в других сериях. А на этом мы пока закончим. Ну что, друзья, если вам понравился этот режим, пишите в комментариях, ставьте лайков, если наберутся просмотры и вам понравится, я буду продолжать его тоже снимать. Но, конечно же, родной Tower Battles никуда не денется. Все, друзья, с вами был Капанда, увидимся на просторах Roblox. Всем пока!